луч. Все сильнее. О боже. Это мост Эйнштейна-Розена. Портал в галактику М-33. И из него вылезает что-то здоровое. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидон, и мы продолжаем проходить шикарный Crysis 3. И на этот раз вас ждет 9-я миссия, 9-я моя часть моего прохождения, в которой мы отправимся кататься вот на этой машинке, как я понимаю, да? Но для начала давайте соберем тут всякую лабудень, а, может быть даже найдем апгрейд на костюмы, кто знает, где-нибудь может быть здесь. Или вот здесь. Специальные боеприпасы мы какие-то взяли интересные. Посмотрим, где нам... Да, и, конечно, вот мы нашли апгрейд для нано-костюма. А, возможно, нам не стоит сейчас его тратить полностью. Давайте, конечно, посмотрим, что мы можем взять. Я могу взять... О, интересно, что это такое? Звездочка у нас вот здесь вот стоит. Звездочка означает максимум увеличение на 33%. То есть, подождите-ка, я могу... какую-то из способностей максимизировать в данный момент. Не знаю, может быть. Может быть, я пока не разобрался. А, вот оно что. Мне нужно что-то сделать, чтобы способность стала максимальной. То есть прокачать ее. Условия восстановления 5 из 5 тысяч заряда. Понятно. Вот для этого мне нужно 25 бесшумных убийств. Для того, чтобы усилить эту способность на 50%. Это у нас больше времени маскировки. Мне нужно сохраняться вблизи врага на 60 из 100 секунд. То есть, нужно вблизи врага, что ли, ходить? Так, что ли, получается? А эта маскировка действует вблизи врага в течение 22 из 100 секунд. Вот как. Понятно. Но что мы можем взять еще? Модернизация сенсора. Быстрее взлом. Слышим звук противника. Что еще из одной, из цены один мы можем взять? Ослабление действия пуль. Отражение трассирующего огня. Интересно, конечно, вещь. Восстановление здоровья. Да, восстановление из критичного состояния. Тоже хорошо. Огонь на 50% быстрее прицельный. Стабилизация оружия при колебаниях. Вот, это, кстати, хорошая вещь. Но что мы заменяем? Время маскировки. Да, интересные вещи, конечно, но это все, конечно, ситуационные. Ситуационные наши, так сказать, способности. Вот я их выбрал, потому что, ну да, вот так вот они у нас зафиксированы. И теперь давайте прокатимся на нашей новой машинке. Вы этого ждали, я этого ждал. О, неплохо. Отлично, ну я, конечно же, так и думал, что нам будет всяческие помехи создаваться. Хорошо, что она несется прямо, несмотря ни на что, можно ускориться даже, прям турбо режим есть. На холму, конечно, смахивает. Ну, а как, собственно, вы хотели еще поднять, так сказать, свой рейтинг, не использовав обычные приемы, как в Half-Life? О, да, давайте ускоримся по полной и... Воу, неплохо, совсем неплохо, я вам скажу. И мы приехали. Отлично. Пророк, ты слышишь меня? Пророк. Слышу тебя, доложи обстановку. Пророк, слава богу, мы несем тяжелые потери. Ромео 12 установился. Но, пророк, это безнадежно. Им просто конца и края. Они все прибывают, но мы близко. Мы близко, и сейчас мы уже наконец-то доберемся до нашей цели. Надо срочно уходить отсюда и маскироваться. Граната. Ничего, нормально. Пережили. Давайте накопим нашу энергию и продолжим дальше нашу атаку. Так, они, в принципе, догадываются, где мы находимся. А мы их пока не видим. Я не могу здесь вылезти, мне это не нравится. Как нам? Неужели перелезать? Ладно. Привет, паренек.
Подкопим энергию для того, чтобы я перепрыгнул одновременно в невидимости. Вот так. Ух ты, елки-палки. Фу, граната упала вниз, это хорошо. О, здесь ракетница лежит. Вот это интересно. Но для начала нужно разобраться с этими парнями. Отлично. Где-то еще здесь кто-то есть? Да, вон он. Из-за взрывов нас очень-очень сильно трясет. Так, посмотрим, что у нас есть за оружие. Так, что мы заменим? Гранату, что ли? А, интересно. Нет, мы винтовку просто заменили, а не гранату. Или гранаты, действительно, не знаю. Ну, в общем, теперь у нас есть ракетница. Правда, зарядов у нас очень мало. О, да, о, да. Кажется, мы одного все-таки пропустили. Давайте не забудем забрать наши стрелы. Так, все, забрали. Я хочу все-таки достать этот гранатомет здоровый. Где он у нас? А, можно выбрать либо гранаты ручные, либо гранатомет. Ну, что? Справедливо, я вам скажу. Весьма справедливо. Давайте продолжим дальше наш тихий и незаметный, неслышный проход через эти джунгли на мосту. И парнишка получает прямо в голову. Опять прячемся, как всегда, наш стандартный стиль прохождения. Надо забрать стрелу, безусловно. И где у нас тут еще? Наверное, уже никого нету, да? Стоп, С, выполнить усиленный удар. А, по машине, что ли, треснуть? Интересно. По-моему, никого уже нет, я могу выходить, не бояться. Но все-таки невидимость я лучше включу. Так, у нас тут ничего нету, а то вдруг тут какой-нибудь набор для костюма затесался. Нет, нет, ничего нету. И идем уже к нашей цели. Так, похоже, нас ждут внутри. Волна! Севера! Бесполезно! Мы никогда не вылезем! Слушайте, засуньте свой негатив куда-нибудь подальше! Или будете у меня сражаться с цефами, как самостоятельные боевые единицы! Вы меня поняли? Нет, он прав. Это безнадежно. Ну-ну-ну-ну-ну, Клэр, не отчаивайся, ты что? Правильно, больше позитива, все в порядке, сейчас мы придем, пророк все разрулит. Не стоит пугаться. Только спрыгнуть главное, не разбиться нам через все это. Может, мне просто вниз сейчас сигануть? Не-не, что-то там слишком долго. Долго нам падать. Даже с максимумом защиты. Или там вода? Ладно, неважно. Давайте спускаться. О! Сейчас. Сейчас, Клэр, подожди. Подожди, сейчас мы придем. Что, похоже, мы ее не спасли. Весьма жаль. Весьма жаль. Машина Майло, это Ромео 1. Гриф подан и готов к эвакуации. Прием. Майкл, ты вернулся. Командир Ромео, это Ромео 1. Пожалуйста, соблюдайте стандартный протокол обмена на канале. Прием. Как скажешь, Ромео 1. Прием. Так, мы почти добрались. Практически добрались, но, похоже, ей уже мало что поможет. А может быть, еще и спасем ее, кто знает. Давайте взломаем эту ерунду. Может, там какие-нибудь интересные патрончики будут? Так, где у нас тут? Ага, так, что это у нас тут? Так, винтовочка, гранатометик. Патроны у нас для всего этого есть. А вот винтовочка меня интересует. Кейвольт на тайфун. Мне
хочется сменить наш... Ой, нет, пулемет. Как же не хочется менять пулемет. Ладно, давайте, все-таки я сменю. Посмотрим, что это за тайфун. Ой, что-то он запрыгал. И у нас есть какой-то интересный лазерный прицел. Ну, я думаю, он будет палевный. Ну, ладно, давайте возьмем. А, с ним можно прицеливаться? Можно, но он что-то мне не нравится, честно. Лучше вот стандартный наш. О, вот это мне больше нравится. Но тайфунчик, конечно, не слишком бы хорош. Может взять обратно пулемет? Да ладно, фиг с ним. Давайте, оружие надо менять. Так будет веселей и разнообразнее. Максимум защиты. Воу! Как бы нам не разбиться тут, а? Но нам подсказали, что нужно включить броню, чтобы не разбиваться. Ну, логично, удобно, стандартно. Ух ты, ну это уже совсем высоко. Сколько? 700 метров? Может, машинку какую подгоните? Не хотите машинку дать? А вот было бы неплохо, здесь такой каньон, прям как для машинки. Опять же, Half-Life 2 вспоминается. Ох, и хорошая же игра. Ой-о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 й
за этой штукой. Надо восстановить нам нашу энергию. Включим невидимость, и я вернусь. Где он тут у нас? Ух ты! Какой красавец, а! Как упал хорошо, поглядите. Шикарно. Надо бы нам еще взять одну такую ракетницу. Она, правда, наверху осталась. Надеюсь, что другой вертолет сюда не прибежит, не прилетит в ближайшие 500 метров. О, смотрите-ка. Там у нас ребятки наверху. Но я сейчас, думаю, зайду здесь. Аккуратненько вот так вот, и все, нас не увидят. Хотя нас спалили. Как они по нам стреляют. Вот углядите. Где наш тайфун-то? Тут я винтовку не хочу использовать. А вот тайфун, который мы нашли, будет весьма неплохо, мне кажется. Для того, чтобы им всем бошки подстреливать. Давайте еще раз восстановим энергию. Здесь нас никто не видит. Мы хорошо пробрались. Прошли, а вот там вот ребятки у нас. Ребятки там у нас ждут нас. Да, она все-таки нас демаскирует. Почему мы его не убили? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ничего себе! Аккуратней. Ракеты в нас запускать это. А, он скорострельный, этот тайфун. Вон в чем дело. Не получится мне с одного патрона сносить их всех. Так что, видимо, придется мне... А, можно сменить режим огня на дробовик, насколько я понимаю, да? Понятно. Давайте с таким режимом огня попробуем их вынести. Но я чувствую, у меня это не получится, да. Уж очень эта пушка не подходит сейчас для меня. Совсем не подходит. Давайте я попробую пробраться и схватить машинку. Схватить машинку и свалить отсюда. Свалить как можно быстрее. Воу! Никто нас не поймает, если мы, конечно, сможем уехать отсюда. Фух. Итак, газуем. Надеюсь, нам туда. Я не знаю. Воу, да, нам сюда, раз перед нами падает огромный бачок. Какой-то здоровый, значит, нам именно сюда. Воу, хо-хо-хо, да. Это жестко. Так, что, куда мне? Остановиться, может быть? Я не знаю, мне нужно всех убить. Кончайте отдавать приказы, пришлите гребаный самолет. Я не знаю, куда ехать, это очень опасно. Итак, это БТР? Это БТР? Подождите, я смогу его взять? Давайте попробуем. Yes! Точно, я смогу взять! Ха-ха-ха-ха! Ну все, уроды. Мощь БТРа приехала. Мы можем запускать ракеты левой кнопочкой и стрелять правой.
Да, вот это я понимаю. Цепы проклятые, сейчас все у меня отгребете, уроды. Вот так, вот так. Давай, 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 давай. Из всех орудий по этому гаду. Вот так. Похоже, это был крикун, мы его убили. Еще один вот этот. Давай, давай, кузнюка этого убивать. Я помню, сколько я ему в спину отстреливал. Это был какой-то кошмар. Еще где-то цель какая-то наверху, видите, да, вот здесь вот впереди меня. Где я, где этот цеп? Он где-то здесь должен быть. Нет? Почему я его не вижу? Странно. Ладно, фиг с ним, надо будет вылезет. Куда нам двигаться-то дальше, я не понимаю. Но круто, мы уже взяли не баги, а офигенский БТР. Так, у нас угроза. Но это явно не пушка. Или это пушка. Не понимаю, куда нам надо проехать? 1300 метров. Что-то по нам отстреливает. Я, к сожалению, не вижу откуда. А, да вон там какие-то солдаты, что ли, ё-моё. Все, готов. Может, нам дверь кто откроет, а? Нет, походу, дверь нам никто не откроет. Открывать мы ее должны сами. Давайте вылезем. И пойдем уже открывать дверь. Для того, чтобы зайти внутрь. Так, что у него там за оружие интересное такое? Сейчас посмотрим. Снайперская винтовочка. Ну, нет, все-таки. Все-таки нет, не снайперская винтовочка. Не подойдет она нам. Вот здесь мы этого парнишку прибили, который у нас из пулемета стрелял. Ух, хитрец какой. А что, давайте, конечно, снайпера возьмем. Потому что это не снайпер. Это, подождите, это что? Пулемет со снайперским прицелом? Ну, в общем, да, это пулемет со снайперским прицелом. Так. Открыли мы ворота и давайте двигаться дальше. Ха-ха, не открывай ворота. Я вам дам не открывай ворота. Всем привет! Я сейчас проеду. Воу, ха-ха, ну все, дорогу мне, дорогу пророку. Шикарный БТРчик, причем так невзначай стоял, я мог вообще его не взять. Вообще можно пешком тут пройти. Не беря никакие машины. Ничего можно не брать, в принципе. Цепов этих можно и не отстреливать, можно проходить. Все не обязательно. Давайте газовать. У меня здесь есть шифт. О, я в баги стрельнул. Я смогу на БТР-то здесь проехать? Ёлки-палки. Давай, давай, назад, назад, назад. Сдавай, сдавай, сдавай. Чтобы не сломался, ёлки-палки. По-моему, он уже дымится. По-моему, он дымится. Так, а фары-то есть здесь? Что-то я нифига не вижу. Тема несусветная. Наверное, баги стоило взять мне. Но... Раш, если кто-то и может нам помочь, то это Раш. Найди его. Ну, найди его, никто не спорит. У меня новые данные об Архангеле. Мы отслеживаем его орбитальное перемещение. Тебе придется ускориться. Он будет над Нью-Йорком через 15 минут. Ты справишься. Мы всего лишь в паре километров от источника сигнала Раша. Мы поищем его и вернемся через 5 минут. Мы успеем навстречу. Я заметил, что мне все время приходится ускоряться. Потому что я вот ускоряюсь, и скорость опять падает. Опять нужно подождать, ускорение опять активируется. Похоже, я этот БТР отсюда не сдвину, да? Да, нажмите F выйти. Понятно, хороша подсказка. Итак, нам нужно встретиться с Рашем. То есть не встретиться, а найти его. Итак, что это? Ууу, винтовка Гаусса. Нафиг все, винтовка Гаусса самая клевая. Это я помню. Это я помню давно. Это я помню давно. Винтовка Гаусса. Это такая мощь. Ё-моё, я помню, цепов мочил винтовкой Гаусса. Это просто офигенная была. Горячо. Внешний генератор питает их воздушную защиту. Ты сможешь накрыть его? Прием. Попробую. Так, у нас цепы с другой стороны. Давайте попробуем пробраться, пока они нас не видят. Засядем здесь. Ух ты, ничего мы здесь не засядем. Вы поглядите, какие тут пулеметы нас ждут.
И все еще я включил невидимость. Отлично. Нам нужно куда-то сюда. Я точно не знаю. Играем, как всегда, на пробегание мимо. Бог с ними, с этими цефами. Миссия у нас другая. Я думаю, в фильме особо бы никто не сражался здесь. Вон они наверху нас ждут. Да, пофиг. Так, 140 метров, но... Пророк! Ага, БТР! Пророк, мы нашли Раша! Мы нашли Раша! Каков его статус? В растерянности. Кажется, у него крыша поехала. Не понимает, где он и кто мы. Но физически он в отличной форме. Видимо, у него контузия. Он находился в мертвой точке активной зоны цепи. Непонятно, как он вообще выжил. Как он вообще выжил. Вообще, это, конечно, очень странно, то, что он такой в контузии, в растерянности. Мне это, конечно, не нравится. Я ему вообще не доверяю, этому Рашу. Так, нам нужно сюда, но для начала, раз у нас есть веселый БТР, я хочу поразвлечься. Вот с этими ребятами. Прекрасно. На тебе, на, урод, ненавижу его. Ненавижу, ненавижу этого гада. Здоровенного. Только помню, с Кейвольда тебя долбал я. Там еще и огнеметчик, гад. Ну, огнеметчик-то мы взорвем, я думаю. Это не так уж и сложно. Впереди еще где-то. О, пулемет там стоит. Нейтрализовали мы пулемет. Ух ты. А там БТРчик вражеский нас отстреливает. Взорвали мы его? Взорвали. Пулемет свой или не свой, не понимаю. По-моему, свой. Вот вам всем цепы, вот вам всем. Ловите мои ракеты, особенно тебе, огнеметчик гадкий. Все, взорвали мы. Слушайте, нет, он щит раскрыл, свой гадкий. И от всего защитился. О, а ты хочешь на меня выкопашнуть, да? Нет, эта поганая винтовка меня уже достала, честное слово. Итак, все, мы дошли, теперь нам надо в трубу. Туда мы и отправляемся. Портал заблокирует купол свободы через 10 минут. Давай, пророк, двигай. Пророк? Это ты, мой мальчик? Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Ты принял отличное решение. Архангел, угроза для всех нас. Нужно действовать быстро. Мы зашли слишком далеко. Мы рискуем потерять все. Пророк, в зоне посадки горячо. Башни надземной орудийной системы бьют в мой сектор. Выруби их. Прием! Вас понял. Они все уходят! Цепы прекратили огонь. Что там происходит? Цепы бросили цель. Информации о причинах нет. Прием! Так, давайте начнем зачищать эту территорию. Ух ты! Чуть не заметил. Достанем наш лук и начнем уже разбираться с нашими потенциальными противниками. Так сказать, конкурентами. Кстати, пока никто не заметил, что мы его прибили. Так что, в общем, все пока идет весьма неплохо. О, еще один у нас тут паренек. Он даже не догадывается о нас. Что... конечно же, нам тоже на руку. Сколько же тут всякого оружия везде лежит, ё-моё. Бери не хочу. Просто бери не хочу. Очень много оружия. Так, впереди кто-нибудь есть у нас? Нет, пока тихо. Давайте перезарядимся. Никого не вижу. Хорошо, это хорошо, что пока никого нет. Потому что, значит, потом кто-то будет. Как мне кажется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько же у нас тут? Пулемет, я вижу пулемет. Давайте сейчас устроим бойню. Вот это будет веселье. Ух ты! Красота, вы поглядите, какой кипиш начался. Шикарно. Все, отлично, пулемет за нас, все отработал. Так, мы почти добрались до цели. Как же она близка-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, кто-то по нам отстреливает. Вот тот парнишка, давайте-ка его уберем оттуда. И вот того тоже. Как-то он, кстати, по-другому выглядит, не то что этот. Как-то даже необычно.
Они нас видят? Вон, вон еще один бежит. О, и еще этот сидит, смотрите-ка. Так, а что, мы не можем здесь прострелить, что ли? Я не понимаю. Куда стрела-то наша ушла? Ладно, найдем ее потом. Давайте, что нам нужно тут сделать? Уничтожить защиту командного центра. Так, ну и чего? Давай, давай, реагируй. Что-то она не реагирует. Может, надо выйти из невидимости? Нет, уничтожить. Может, расстрелять ее нужно вовсе? Так, пулемет мы не можем использовать. О, смотрите-ка, заряды Рекса. Наверное, они как раз здесь для этого. Давайте поставим один. Так, на левую? Нет, на правую. Да! Надземные системы деактивированы. Приземляйся. Понял. А теперь двигай к пункту управления. Поторопись. Лифт должен все еще работать. Прием. Ага, теперь нам, наверное, внутрь нужно зайти. Вот мы влипли. Ха-ха-ха, да уж, ребята, вы точно влипли. Потому что... Сажаю СВВП, прием. Понял тебя, сажаешь свою ВВП, молодец. Пусть надо спрятаться. Остановить энергию. Че это я ломанулся? Архангел будет здесь через 5 минут. Через 5 минут? Ну, 5 минут для пророка это прям целый год, можно сказать. 5 минут это долго. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, свободен. Свободен. Так, кажется, кто-то нас лишил мостика. Давайте перезарядим нашу энергию. Ух, какой здесь уютный уголочек есть. Прямо для таких скрытных убийц, как мы. Наверху надо стрелы наши забрать. О, поглядите-ка, сидит. Ни о чем не подозревает. Свободен. Так, где наша стрела? Где наша стрела? Так, одна здесь, другая там. Третья где? Подождите, она там осталась? Да, она осталась там. О-о, промазал. Все отлично, отсижусь и заберу, пойду стрелы свои. Сначала, наверное, те, которые внизу. Не успел. Пулеметик там стоит, как я понял, по звуку. Так, вот одна стрела, вот вторая стрела. И еще одна где-то наверху там. Залезли мы, залезли, хорошо. О, уё, куда она воткнулась-то? Мы допрыгнем? Давай, допрыгивай, я хочу стрелу обратно. Не, он не хочет стрелу обратно забирать. Потому что здесь нельзя допрыгнуть. Можно, наверное, только упасть вниз. Ну ладно, будет у нас 8 стрел. Пофигу. Пойдемте забирать остальные. Хватит тянуть время. Нам нужно как-то еще мост этот опустить. Я пока не знаю как. Но скоро узнаем. Такс. Ладно, все. Остались мы без этой стрелы. Ой-ой-ой, пулеметик. Так, а это что? О, отлично, отлично. Это опустили мы мостик. Ну, я думаю, сейчас в невидимости пройдем, фиг с этим пулеметом. Вряд ли мы сюда вернемся. Очень вряд ли. Так, тут, кажется, у нас еще несколько ребят гостит. Но мы с ними не хотим дружить, поэтому выносим их. Давай, нам скорее нужно в лифт уже, и все. Подниматься наверх. Так, ну и, наверное, еще один где-нибудь здесь будет, возле лифта. Ну, конечно. Свободен. А вот забавно было бы, если бы у него лифт за дверью, ну, за спиной открылся. И мы бы такие отправились. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Пулеметик нас увидел. О, какой лифт-то. Уже почти над нами, пророк, быстрее! Осталось несколько секунд. Уже несколько секунд? Вот это да, надо бы поторопиться. Давай, лифт, быстрее. Всего несколько секунд осталось. Пророк, помоги. Ты должен войти в терминал. Осуществляю. Остановили.
только частичный заряд. Около 5%. Пороговое значение для цепной реакции с энергией цепов. Нам повезло. И это все? Запуск симуляции. Стадия 3. Вы были нужны мне. Вы все были нужны мне, чтобы помочь выбраться из этой тюрьмы. Пока я спал, мои дети оставались неразумными. Последнее, что мне от вас было нужно, это отключить Архангела. За это я благодарю вас. Что? О чем ты говоришь? Раш! Третья и последняя стадия. Луч. Все сильнее. О боже. Это мост Эйнштейна-Розена. Портал в галактику М-33. И из него вылезает что-то здоровое. Когда я не смог считать тебя, ты сказал, что это из-за того, что ты создатель костюма. Но это ведь не так. И долго это продолжалось? Ты продлил свою жизнь с помощью нанотехнологии, используя ДНК цефов. Ты хоть понимаешь, во что ты превратился? Ты сражался с коллективным разумом цефов, так же, как и я. Только ты проиграл. Они тебя поглотили. Теперь ты один из них. Да, вот это интересный поворот. Пророк, ты должен это видеть. Третья стадия. Финальный и самый смертоносный этап стратегии колонизации цефов. При встрече с упорным сопротивлением силы вторжения цефов попытаются открыть мост Эйнштейна-Розена прямо в сердце родной галактики. Отсюда ульи цефов разворачивают лагеря воинов для уничтожения любых препятствий. Мы видели лишь часть того, на что способны цефы. Это геноцид. Альфа-цеф будет испускать этот луч, пока все силы вторжения не пройдут. Нужно его отключить. Клэр! Да, ну что же, похоже, мы потеряли Клэр. Похоже, не похоже уже, а точно Раш нас еще как подставил, как я, в общем-то, и думал, как я и говорил, опасался этого, что он может нас подставить. Так оно и случилось, и Клэр, не знаю, жива она еще или нет, но, судя по голосу, что-то уже с ней совсем не то. Но он ее ранил прямо в грудную клетку, может быть, мы, конечно, ее спасем, ну, кто знает, узнаем в следующих частях. Ну что же, на этом я заканчиваю эту часть, надеюсь, вам понравилось, подписывайтесь на канал.
канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.